это пока что самая безумная и самая оригинальная бизнес-идея, которую я когда-либо видел. Посмотрите, аккаунт на Авито называется Миша. У него больше, чем 3000 подписчиков и средняя оценка 4,8. И просто посмотрите, что он продает. Он продает мебель из бочек. Это просто гениально. То есть, сейчас я просто покажу, что он делает и как он это делает. Он берет бочки со стройки, обычные такие бочки, и делает из них, например, вот такие раковины. Выглядят супер стильно, и продает он их за 2000 рублей. При этом себестоимость, чтобы такое сделать, максимум там рублей 500, купить эту раковину и просто краску, чтобы покрасить. То есть тут наценка, да, 1500 рублей чистыми с каждой продажи. И только лишь на этом одном его объявлении больше, чем 18 тысяч просмотров. И за пару часов набирается 153 просмотра. То есть, ну, эта ниша реально без конкуренции. И она взлетает за счет того, что у парня реально оригинальная идея. То есть, никто не видел мебели из бочек. И посмотрите, этот бизнес запустить максимально просто. То есть, может быть, фотографий даже не его. Честно, я не знаю. Но что он сделал правильно, видите, 213 объявлений. 213. И, скорее всего, ну, как бы он делает один и тот же товар, но размещает при этом много разных объявлений. Там с разными ракурсами, разными фотографиями, разными бочками. Это важно. Также он делает вот такие вот кресла, да. Все супер, супер просто такое сделать. Если у вас есть там родственники или знакомые, которые в гараже что-то делают или у них есть дача, все, просто купите себе там на пару тысяч этих материалов и сделайте вы кучу этих бочек. И просто выставите на Авито. Посмотрите, какой здесь спрос на это идет. И за счет, еще раз, оригинальности, у вас будет очень много просмотров и много заявок. Вот судя по этому Авито-аккаунту, он зарабатывает от там, я думаю, от 70 тысяч в месяц вообще чистым, вообще без проблем. Если он еще запустит рекламу, если он выложит еще больше объявлений, если он сделает, улучшит свои описания, то тут вообще как бы 150 тысяч это минимальный вообще заработок с этой именно идеей. Поэтому будьте оригинальными, не будьте как все, зарабатывайте много. Спасибо за просмотр.